В Екатеринбурге сегодня состоялось заседание Совета попечительства народной трезвости. Главной темой встречи стала важность объединения усилий государства и православной церкви для формирования установки на трезвый образ жизни и охраны здоровья населения. Изменить общественное мнение по отношению к употреблению алкоголя – вот та задача, которую продолжают решать представители церкви, власти и общественных организаций. Смертность от алкоголизма среди россиян выросла на 5%. Такова статистика Минздрава за 2014 год. Кроме медицинского аспекта проблемы, существует и социальный. Ведь алкоголизм разрушает семью, негативно сказывается на отношениях и работе. Простых путей в решении этой проблемы нет. И только лишь запретительные меры могут принести и отрицательные последствия. Поэтому на сегодняшнем собрании, посвященном трезвенническому движению в Свердловской области, была высказана мысль о том, что важно создать среди молодежи некую моду на здоровый образ жизни. Чтобы молодежи было неинтересно пить, неинтересно ругаться, неинтересно заниматься некими теми непотребствами, которые впадают и сегодня свободная жизнь и свободная душа. Также глава Екатеринбургской митрополии высказал предположение о создании социальной рекламы и различных мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма. Так, например, 7 марта этого года в Екатеринбурге пройдет фестиваль постной кухни, одной из целей которого будет разъяснение пользы поста телесного и его влияние на душевное состояние человека. Вице-премьер Свердловского правительства Владимир Власов отметил, что трезвенническое движение за годы своего существования достигло больших результатов и в будущем планируется продолжить активную работу в этой области. Советом попечительства о народной трезвости, который был создан около 7 лет назад, реализуется проект «Будь здоров», а в дальнейшем конкурс «Трезвая территория». Конкурс призван решить задачу трезвенного просвещения народа, утверждение трезвости как базовой национальной ценности.